Всем добрый день. Мой доклад будет называться «Плюсы и минусы автоматизации тестирования UI». И да, перво-наперво я хотела бы поблагодарить компанию Provectus за возможность выступить и за то, что я сейчас работаю там. Эта компания предоставляет мне множество возможностей. И также я хочу поблагодарить Алексея Чумагина. Почему? Потому что, когда я была юная и зеленая 2,5 года назад, я посетила его выступление на QA Meetup'е, и этот QA Meetup меня очень-очень сильно вдохновил и сподвиг к некоторым действиям. Спасибо, Алексей. Так, расскажу о себе немного. Я работаю уже 6 лет в IT-сфере, в разработке и в тестировании. Использую Python, Ruby и Node.js. Также у меня есть небольшой опыт руководства командой тестирования, извините, там опечатка. В Provectus я занимаюсь ручным и автоматизированным тестированием, написанием тестов для UI и REST API. Автоматизированное тестирование UI, оно предоставляет нам множество возможностей, и сейчас мы рассмотрим его плюсы. Скорость по сравнению с ручным тестированием. Если у нас проводится регрессионное тестирование, баги поправили, значит, нужно прогнать регрессию еще раз. В этом случае ручное тестирование, оно сильно проигрывает автоматизированному. Мы запустили, через несколько часов, допустим, получили результаты и уже имеем полную информацию о состоянии продукта после исправления багов. Это мы сейчас говорим об автоматизированном тестировании в целом. Также автотесты предоставляют нам репортеры в HTML-виде, в других подобных видах, где мы можем увидеть в красивой форме, что у нас свалилось, узнать, почему свалилось и так далее. Третье — это статистика. Jenkins и не только, позволяет нам вести статистику, какие тесты падали, статистику по билдам тестов, процентное соотношение фейлов к общему количеству тестов и так далее. Автотесты позволяют хранить описание тестов в репозитории. Это, в частности, behavior specification, который используется в BDD. Также используется BDD style interface, это describe, it, context и так далее. Благодаря чему можно явно видеть, что исполняется, и видеть это описание в коде. Пятое — это генерация данных. Допустим, нам нужно прогнать тесты на разных данных, и автотесты позволяют нам создать этот контекст для теста. Аналогично также через код, а не вручную, то есть подготовить данные для тестов. Параметризация. Мы можем исполнять тесты на разных environment'ах, одни и те же тесты. Мы можем параметризировать тесты как read-only или не только read-only и запускать их по этим параметрам. И последнее — это ясность. То, что написали, то и будет исполнено. И конкретно по плюсам автоматизации UI. Мы можем отлавливать ошибки в консоли и также прикладывать их в результаты тестов, что является удобным, потому что при ручном тестировании довольно часто тестировщики не заглядывают в консоль. Второе — это имитация поведения пользователя. Ну, основной целью автотестов UI является как раз-таки проверить, как будет вести себя продукт при реальном поведении, похожем на пользователя. Чего не могут дать нам автотесты API, бэкэнды и так далее. И новичкам легко писать тесты. Сам синтаксис и сама логика автотестов UI, она довольно-таки проста. Поэтому можно просто открыть некоторую документацию, почитать некоторое время и сразу сесть и начать писать. Ну, конечно, с некоторыми проблемами можно будет столкнуться, но
все-таки это дает некоторое преимущество. Юзабилити. Перейдем к минусам автоматизированного тестирования. Могут ли автотесты UI проверить хоть как-то юзабилити? Что такое юзабилити? Юзабилити — это удобство использования системы. Основными дефектами являются неправильная навигация по сайту, сложная структура сайта, неудобное расположение элементов на странице и непонятность интерфейса пользователю. Автотесты, к сожалению, не могут проверить юзабилити. Единственное, что могут автотесты, это собрать информацию о элементах страницы необходимых, допустим, по какому-то юзкейсу, нажать поле «Логин», ввести туда данные, нажать поле «Пароль», нажать кнопку «Sign in». Если мы можем собрать данные, на каком расстоянии находятся эти элементы интерфейса, и тогда уже проанализировать. Вот. К сожалению, автотесты UI этого сделать не могут. Производительность. Автотесты UI они также не могут оценить производительность. К сожалению, бывают ситуации такие, когда product team или кто-то, или разработчики просят поставить конкретные тайм-ауты на операции, но является ли это правильным? Допустим, главная страница сайта должна открыться через одну секунду. А что если там у машины какие-то проблемы, memory leak, процессы забиты и так далее, и она очень долго отрабатывает? С одной стороны, мы это можем отловить, но проанализировать мы не можем, так как задачей тестирования производительности является отследить, как ведет себя система в зависимости от изменения нагрузки на компоненты. Ресурсы на создание. На создание автотестов занимает очень много времени. Если взять простой пример того же логина, в бэкэнде это обычно, ну, в REST API это обычно один единственный запрос с какими-то данными. По нему есть один позитивный кейс и несколько негативных. Что же делается по сравнению с этим в UI? В UI, опять же, находится элемент логина, находится элемент пароля, туда вводятся данные, потом кликается кнопка Sign In, и только после этого мы ожидаем открытия страницы. По сравнению с тестами на REST API это намного дольше. Как можно ускорить разработку автотестов на UI? Самое главное — это реюзабельность кода. Если мы написали какую-то функцию логина, мы ее можем использовать потом во всех тестах. А не писать каждый раз вот этот вот длинный кейс. Читабельность. Если тесты не читабельные, если это состоит только из голых действий над элементами, читать это сложно, поддерживать это сложно. Решения, которые помогают добиться двух этих характеристик, это фреймворки и паттерны. Некоторые фреймворки позволяют избежать написания ожиданий. Это, допустим, Capybara и Protractor. В этом случае у нас код становится намного-намного красивее. Нет этих постоянных констант by CSS, by XPath, by ID и так далее. Вот. Еще фреймворки, они предоставляют красивые ассерты, и они предоставляют, некоторые фреймворки также предоставляют тест-раннеры. Вот. Использование паттернов. Одними из таких паттернов являются матчеры, степы и чит-шиты. Что такое матчеры? Матчер позволяет ассертить какой-то элемент на соблюдение бизнес-требований к нему. Допустим, форма логина валидна, и там мы проверяем то, что у нас все элементы формы они отображаются, и только после этого говорим, что да, форма валидна.
Степы. Степы — это то, что позволяет группировать тест-кейсы из функций, которые являются, по сути, как раз-таки шагами из наших тест-кейсов. Ну и чит-шиты — это наборы тестов для определенной категории объектов. Допустим, у нас в системе очень много похожих таблиц, и мы эти таблицы можем проверять одним и тем же набором тестов, задав некоторые входные параметры. Ниже приведены две ссылки. Это доклад, первое, это презентация последнего доклада Гейзенбага в Питере про паттерны в автоматизации тестирования. И вторая ссылка — это сам доклад. Но в презентации 17 паттернов, а в видео только 11. Поэтому кто хочет посмотреть более новую версию, придется немножко подождать, потому что видео еще не вышли. Поддержка тестов. Это, наверное, один из самых больных вопросов. Меняется верстка, меняем тесты. Меняется какое-то поведение формы, меняем тесты. Как мы можем минимизировать это? Как мы можем минимизировать поддержку? Ну, в принципе, примерно те же самые, как и в предыдущем слайде. Использование паттернов, использование фреймворков. Единственное, что добавляется, по моему мнению, это локаторы. Если, допустим, у нас какая-то кнопка находится в тулбаре в контексте страницы, мы можем указать вот именно этот путь. Максимально удобный с точки зрения того, что если у нас появится какая-то новая кнопка сверху, то мы ее не поймаем, и чтобы у нас не было лишних элементов в XPath или CSS. Бывают такие случаи, когда в HTML-странице и во всех элементах отсутствуют напрочь классы и ID. Есть какие-то классы, которые характеризуют чисто стайл элемента. Допустим, это кнопочка, у которой там зеленый цвет и так далее. И этот стиль применяется на все кнопки на странице. И тогда бывает очень сложно идентифицировать эти элементы, если этих элементов рядышком стоит много, и не только рядышком. Что мы делаем в этом случае? Мы в первую очередь идем к разработчикам и просим это починить, чтобы нам было удобно править тесты. Если такой возможности нету, можно идентифицировать элементы по тексту или по навигации, как недавно уже говорилось. Если элемент находится в тулбаре, в контенте страницы, если это кнопочка, то мы можем написать именно примерно такой путь, чтобы было удобно идентифицировать этот элемент. Долгий рантайм тестов. Как можно ускорить запуск тестов? Автотесты UI, они очень медленные, долго выполняются. Что можно с этим сделать? Во-первых, можно запускать их в несколько потоков, но тогда возникает одна небольшая проблема, что если тесты написаны так, что они используют данные, которые созданы там 300 тестов назад, то тогда будет сложновато распараллелить, но такие ситуации бывают. Также можно, если мы тестируем только функционал, можно отказаться от самих автотестов UI, дергать напрямую запросы к серверу, парсить HTML и доставать необходимые нам элементы. Таким образом, рантайм ускоряется примерно в 5 раз. Также, что мы можем еще сделать? Если у нас есть какие-то предусловия, они выполняются через UI, возможно, их не следует выполнять. Допустим, есть у нас тот же логин, и если он будет выполняться перед одним тестом из тысячи, перед каждым тестом из тысячи, это не очень хорошо. Можно положить куку в сессию, и уже пользователь будет авторизован перед каждым тестом. И также, если условие уже выполнено, можно добавить проверку, что если условия уже выполнены, то нет необходимости их выполнять.
анализ результатов тестов. Ну, я думаю, многие видели такую ситуацию, то, что отвалилась куча тестов, их нужно понять, почему они отвалились, но бывает так, что непонятно, приходится запускать еще раз, смотреть, что там получилось, почему так получилось. В данном случае можно... Нужно всегда добавлять явные ассерты, чтобы видеть, на каком шаге именно у нас отвалился тест. Бывают также такие случаи, то, что если у нас завалился логин, то, возможно, нет необходимости проверять там все остальные тесты, потому что без логина пользователь не сможет этого сделать. Такие ситуации могут быть и более глубоко в продукте. Тестовая документация. Используя Behavior Specification и BDD интерфейсы, часто возникает такая ситуация, то, что у нас тестовая документация в какой-то системе тестирования дублируется с кодом в репозитории, с этим же описанием. И при изменении приходится изменять и то, и другое. Это двойная работа. В данном случае, как вариант, можно создать собственную генерилку документации из кода, которая будет каждый раз после изменения тестов генерить нам уже готовую тестовую документацию. Ну и последнее — это дублирование с unit integration тестами разработчиков. Это происходит вообще почти всегда. Многие задумываются над тем, правильно ли это. На мой взгляд, это правильно. Почему? Потому что Selenium он тестирует с точки зрения пользователя. Если элемент выбежал за пределы границ браузера или элемент спрятался под другим элементом, мы это узнаем. Это все. Такой вопрос. А вы как-то в UX-тестах там, или фича-тест, или что у вас используется, вы как-то тестируете то, что верстка потекла? А то обычно это там замечается, то, что, ну, грубо говоря, текущая верстка. Ну, скажем, вот ты как раз там, когда вспоминал Selenium, что-то начала упоминать, то, что там кнопочка убежала, кнопочка скрылась, а там просто у меня как раз на этой неделе была проблема, то, что, грубо говоря, есть сайдбар, там профиль, фотка профиля, и так что нажимаешь кнопочку, эта фоточка должна была появляться, а она почему-то появлялась до того, как нажалась. Просто это там глазами увидели, все поправили, но стал вопрос, как так сделать, чтобы не повторялось, потому что повторялось там только в одном браузере, у одного разработчика, у остальных все нормально. Вот. Вы как-то это автоматизируете, то, что это вообще как-то можно отследить, то, что вот у нас есть вроде CSS, там какой-то браузер обновился, там у CSS начались проблемы. Возможно, это имеет смысл делать с помощью screenshot-based testing. В нашем случае мы проверяем в основном функционал в UI, как он отображается, не как он отображается, какие данные у нас туда приходят из приложения. Тестировать саму верстку в Selenium очень неприятное дело. Много нелепо. Так, просто вот как раз, когда сам начал думать, там, то, что делать эталонные скриншоты, сравнивать эталонные скриншоты между собой, то, что вот на таком-то шаге у тебя экран нормально отображается, вот то, что, но это как-то сильно болью попахивает. А тестирование стилей болью не попахивает? Ну, тогда можно ручками просматривать, как вариант. Еще вопросы? Вы сказали вначале. Сейчас. Два-два. Меня зовут Руслан. Ну, вам я не представлялся. Вы вначале сказали, что ручное тестирование сильно проигрывает, далеко отстает от автоматизированного. Вот в это время у всех тестировщиков ручных здесь бомбануло, я думаю. По скорости. А, по скорости? Только по скорости. Только по скорости. Тогда вопросов нет. В доклад хотел бы уточнить такой момент. А насколько ли рентабельно использовать, скажем так,
практику end-to-end в UI-тестах? Стоит ли пихать фрагу хорошо и правильно, используя паттерн PageObject, или все-таки новичкам можно, в принципе, использовать end-to-end? Оправдывает ли end-to-end вообще себя в UI-тестах? В принципе, да, он оправдывает. Единственное, что мы можем упустить баги бэкэнда. Допустим, бэкэнд берет из базы, сортирует по-своему, фронтэнд берет из бэкэнда и сортирует тоже по-своему. Такие баги мы можем упустить, или формат данных в бэкэнде. При end-to-end бэкэнд, грубо говоря, он вычитается из цепочки. Спасибо. Спасибо за доклад. А как вы считаете, кто должен заниматься написанием автотестов? Только тестировщики или разработчики тоже должны принимать в этом участие? И кто должен настраивать инфраструктуру для прогона тестов на CI? Спасибо. Ну, разработчики могут писать тесты, но в основном они это очень не любят. Они делают свои интегрейшн и юниты. Никто в друг дружкину кухню не лезет. Вот. Какая вторая часть была? Кто должен настраивать всю инфраструктуру для прогона тестов на CI, там заваливать билды, деплоить, если надо, и все такое? Тестировщики, разработчики или нужно звать девопсы? Тестировщики с девопсами вместе. Еще вопросы? Здравствуйте. Максим, спасибо за доклад. Хотел спросить про нагрузочное тестирование. Как вы советуете автоматизировать нагрузочное тестирование? Автоматизировать сам процесс, а результаты анализировать вручную. Ну, можете поподробнее немножко рассказать? К сожалению, инструменты, как вы у себя на проекте это делаете? К сожалению, с нагрузкой не работаю, поэтому нормальное мнение сказать не могу. Вечер. Спасибо за доклад. Хотелось бы уточнить, вы тестируете бэкэнд? И если тестируете, то как? Бэкэнд тестируется с помощью библиотеки реквестов. Соответственно, JSON-чик тоже тестируется, переводится в объекты, некоторую абстракцию над этими объектами JSON, и дальше просто проверяется. RSpec, Ruby. Ну и, соответственно, библиотека для реквестов. Спасибо. Полочку забыла подготовить. Сейчас вынесу. В общем, Альфия, спасибо тебе большое за доклад. Ну, тогда делаем перерывчик.